Нам сегодня есть о чем сказать. В песнях и в делах, да кто как может. Жизнь на ладонях прочитать. С теми, кто на свете всех дороже. Повода для ссоры не найдем мы. Всех простил, обиды не держу. И давно уже мы все знакомы. Этим я бескрайне дорожу. Я в доме соберу своих друзей. Мы вспомним о былом и настоящем. И пусть мой дом будет полон гостей. В этот день под солнцем заходящим я в гости соберу сегодня тех, чьи голоса всего роднее и слаще. И пусть раздастся дружный звонкий смех в этот день под солнцем заходящим. Парам-парейро! 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 Настроение каково? Один за всех? Мы взрослеем, но при этом молодеем, потому что душа наша, она такая безобразница, можно сказать, да? Да. Так вот, совсем недавно, буквально вчера, у одного защитника, позавчера, у защитницы Веселой Горки было день рождения. Причем эта женщина настолько активна, она сама защитница, а муж ее, так это просто лидер нашей общественной организации «Веселая горка». Это Юрий Иванович, мы его поприветствовали. Юрий Иванович, здравствуйте еще раз. Так вот, Людмиле Федосеевне буквально позавчера исполнилось. А сколько исполнилось? Ну, в общем, прилично. И настолько она молода, что вот ей присваивается сегодня звание «Золотой человек». Маленький подарочек от организаторов нашего фестиваля. Ну и приглашаем вас на сцену. А здесь вот бурные аплодисменты. И в силу того, что... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. А сейчас по-русски, по-человечески давайте, хватит уже иностранщину гнать. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогая, поздравляем тебя. Пожалуйста, ваше внимание. Людмила Федосеевна, еще раз поздравляем. Ну, вы можете остаться у нас, потому что вы у нас на самом деле еще молоденькая. Тогда вот из молоденьких рук мы сейчас с вами еще поздравим одну замечательную женщину. У нас есть женщина, которая с первого дня защищала лес на Веселой Горке. Этот человек достаточно почтенного возраста, и сегодня я хочу номинировать этого человека на звание, Королева Веселой Горки. И, в общем, Организационный комитет экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» выражает глубокую благодарность Степановой Галине Николаевне за вклад в развитие экологической культуры, населения и защиту окружающей среды. Галина Николаевна, я помню, когда приехал депутат законодательного собрания Челябинской области Журавлев,
Галина Николаевна подходит и говорит ему: «Я вот когда с президентом разговаривала, он сказал, лес рубить нельзя». Он говорит: «Да? А где вы с ним разговаривали?» Она говорит: «По телефону». В общем, он очарован Галиной Николаевной остался. В общем, вы сегодня у нас королева веселой горки, ладно? Так что, милые мои женщины, в общем, Галина Николаевна, она у нас старейшина. Есть старейшин мужчина, это Юрий Иванович, а Галина Николаевна среди женщин. Поэтому долгих лет вам всем жизни, еще здоровья. 75 лет прожить. Ну да, нормально это будет. Тогда я просто доживу до этого момента, меня поздравят, 75 лет отметят, цветы, может, подарят. А мы будем также на фестивале собираться. Ну, да. В общем, долгих лет. 150 лет. Да. И все, поприветствовали. Ну что, кто готов открыть фестиваль? Вокалисты? Итак, мы еще раз начнем. Парам-парейро! 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 Настроение каково? Один за всех и все за одного! Все такого мнения? Молодцы! И мы приглашаем на сцену Михаила Валавина. Потому что наш фестиваль все-таки должен открыться, я думаю, самой главной песни. Песни, которая посвящена нашей родине, нашей Российской Федерации. Михаил, проходи на сцену. Сколько песен о тебе, Россия, спета. На тебя с волнением смотрит вся планета. Ты частушками расскажешь, ты березками покажешь красоту свою, что в сердце бережешь. Ты частушками расскажешь, ты березками покажешь красоту свою, что в сердце бережешь. Над бескрайними полями журавли летят, а под белыми снегами все бойцы молчат. Шли солдаты в бой суровый за сожженную под кровом, за твою, Россия, горсть родной земли. Шли солдаты в бой суровый за сожженную под кровом, за твою, Россия, горсть родной земли. Счастье и горды мы той судьбой твоей, мы власти. Ты, Россия, дорогая, беззаветная, простая, нет на свете не найдешь такого края. Ты, Россия, дорогая, беззаветная, простая, нет на свете не найдешь такого края. На-н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 а-
Очередной участник фестиваля Корнишина Софья умывала красносолнышко. Ходить будешь? Большое Софье, а на сцене у нас вокалистка, которая тоже второй год представляет свой замечательный вокал на нашем фестивале. Это Моника Цихларян. Правильно сказала? Нет. Иди учи меня. Цахларян. Цахларян. Да, правильно. Отличная у тебя фамилия, между прочим. У меня тоже сложная. Но зато все сразу запоминают. Моника, хорошо? А вот у Моники замечательная песня. Когда 3 года назад встал лагерь на Веселой Горке, как-то неожиданно выпал снег, как и сегодня. Мы слепили снеговиков, поставили стену, кто помнит. И друзья из Ярославля пишут в комментариях: «Это что это, у вас там снег?» Не поверят, представляете? В октябре и снег, да, у нас снег, поэтому белый снег.
здесь бурные аплодисменты Монике. Вот скажите, как вы могли бы сказать сегодня, охарактеризовать свое настроение? Как вам? Вот, хорошо сказали вместе, да? Вот у нас хорошо, а в деревне знаете как? Клево. Так вот, как клево в деревне нам исполнит Мурзаев Денис. Бурзаев. В общем, Бурзаев Денис. В городе всегда одно и то же. Город — это место, где все дни на дни похожи. Как все спешат бегом, бегом, никто не ходит босиком. А в деревне клёво, особенно летом. Там жить мы могли бы лет 200 подряд. Мы бы как коровы там, но клёво нету. Потому что рыбы тоже жить хотят. А в городе один гламур, гламур такая штука. Деревни петухов не тут, не коса, такая скука. Проспектов много там, но нет где ездить на коне. А в деревне клёво, особенно летом. Там жить мы могли бы лет 200 подряд. Рыба как коровы там, но клёво нету. И леса нету никуда, одни автомобили. Они похожи на жуков, но за жуков им далеко. А в деревне клёво, особенно летом. Там жить мы могли бы лет 200 подряд. Либо как коровы там, но клёво нету. Потому что рыбы тоже жить хотят. А в деревне клёво, особенно летом. Там жить мы могли бы лет 200 подряд. Рыбы как коровы там, но клёва нету. Потому что рыбы тоже жить хотят. Чтобы она спела, что же из себя представляют девчата. Поддержи.
Отлично. А мы передаем микрофон Журавлевой Алене и Редреевой Даше.
зеленой пляжной сумке. И звезды, и кораллы, морской песок и солнце. Я просто загадала, пусть лето остается, осени не будет никогда. Лето победило и осталось. У вас есть? Дорогие гости, какое первое желание есть? Чтобы было у всех здоровье. А второе желание? Хорошее настроение, при котором все отогрелись. А третье желание? Потанцевать. Так вот, чтобы мы могли потанцевать, три желания нам исполнит трио вокальное. У меня есть три желания, и сегодня вам открою я. Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка мне конфетку подарил. Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка мне конфетку подарил. Я на ушко кукле прошепчу: знаешь, фея, я чего хочу? Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка мне конфетку подарил. Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка мне конфетку подарил. Подарил, знаете, что должно произойти между вот конфеткой и машиной? Как вы думаете?
Сережка должен жениться, конечно, правильно? Да. Поэтому следующая песня у нас «Свадьба». Проводили конкурс красоты. Главный приз — жених заморский Гоша. Руку, сердце дарит и цветы. Варит зелье с яблок молодильных. Бабка Ёшка пьет его, и вот хлопав землю и девицы стильной, на мушке леса пристает. Тили, 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 тень, тили, тень, детей. Справили бабка Ёшка и Кощей. Тили, 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 тень, тили, тень, детей. Пели, 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 пели свадьбу. Справили бабка Ёшка и Кощей. Три десятом церкви собирались, всей России свет стать и краса. Марья с Василисой и Алена с Варей, той, что длинная коса. Что это за чудо, что за диво? Первой красавицей была никому неведомая дева. Главный приз листочек увела. Тили-тили-тили-тили-тили, тень. Правят свадьбу, пир стоит горой. Скатерть самобранка даст им явство. Величали мужем и женой. Говорит Кощей жене красотке: скинь вот эту красу свою, не прячь. Глядя под водою, бабка Ёшка долго помнил лес Кощея плач. О чем мечтаете? О земле. О будущем. О лете. А вот Алена Журавлева мечтает о чуде. И то, как это происходит, мы с вами увидим. Даже услышим, да. Ночами взлетаю я в это небо хрустальное, и о
чуде мечтаю я до утра. Но ночами взлетаю я в это небо хрустальное, и о чуде мечтаю я до утра. Грустит оставленный Пьеро, в углу забыты медвежата. Распрощалась с детством, со всем двором, и бежит от нас куда-то. Чудеса нас оставили, улетели, растаяли, и уже вырастаю я, мне пора. Но ночами взлетаю я в это небо хрустальное, и о чуде мечтаю я до утра. Но ночами взлетаю я в это небо хрустальное, и о чуде мечтаю я до утра. В общем, я думаю, что наступил момент покричать. Парам-парейро! Слушайте, вы замерзли. Покажите мне свои горячие сердца. Парам-парейро! 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 Настроение каково? Один за всех! Все такого мнения? Молодцы! Ура! Ура! А ура у нас продолжит кричать вокалистка, которая исполнит песню «Папа и я». Как тебя зовут? Косматова Таня. Тань, ты же второй раз у нас выступаешь? Да. Молодец. Поддержите. Ура! Молодец! Молодец! Очень горевал. Говорят, 4 дня он не пил, не ел, потому что не меня мальчика хотел. Но ему сказали сразу: это вам не 100 заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Но ему сказали сразу: это вам не 100 заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Только о своей мечте папа не забыл. Оказалось, он в семье всех упрямей был. До сих пор ему не лень, вот уж сколько лет, приносить мне каждый день новый пистолет. Я уже играть устала, золотые самосвалы, и к футбольному мячу подходить я не хочу. Я уже играть устала, золотые самосвалы, больному мечу подходить я не хочу. Папу я с надеждой обниму за шею нежно. Он, конечно, все поймет и мне куклу принесет. Завтра папу я с надеждой обниму за шею нежно. Он, конечно, все поймет и мне куклу.
хочет мальчика ровно до того момента, или жалеет о том, что мальчика нет, ровно до того момента, пока конкурент не появится, пока у дочери не появится молодой человек. После этого папы становятся папами, и мы на сцену приглашаем Ушакову Кристину. А Кристина нам исполнит песню про кота, который такой же рыжий, как наш микрофон, правильно? Забот, мягкие лапки, коготки, царапки, ласково мурлычет, словно песенку поет. Рыжий кот, как солнышко сияет, рыжий кот играть с тобой зовет. Пригрузил, совсем не разрешает, мягкой лапкой обнимает наш любимый. Наш любимый рыжий кот. Рыжие ушки, глазки как веснушки, дел всегда так много, всем помочь и все узнать. К маме приласкаться, с нами поиграться, папу рассмешить и под диван клубок загнать. Рыжий кот, как солнышко сияет, рыжий кот играть с тобой зовет. И грустить совсем не разрешает, на холодкой обнимает наш любимый рыжий кот. И грустить совсем не разрешает, мягко лапкой обнимает наш любимый рыжий кот. Обнимает наш любимый рыжий кот. И грустить совсем не разрешает, мягкой лапкой обнимает наш любимый рыжий кот. Рыжий кот, как солнышко сияет, рыжий кот играть с тобой зовет. И грустить совсем не разрешает, мягкой лапкой обнимает наш любимый рыжий кот. И грустить совсем не разрешает, мягкой лапкой обнимает наш любимый рыжий кот. Мяу. Молодец. Я вот стесняюсь спросить, вы постоять сюда пришли? Потанцевать пришли? Вот будете стоять, околеете, дорогие мои, поэтому приглашаю всех поближе. И на сцену выходит Мишунина Алиса. И сейчас дворовый рок-н-ролл в ее исполнении. А вы, пожалуйста, подтанцовывайте. Лучший танцор получит специальный приз. Yeah.
Кристина, иди сюда. А вот мне вот эта девочка понравилась. Да, так, тебя звать? Саша. Иди сюда. Девочки, вам от организатора фестиваля вот такие кольца. Дворовый. Отлично. Итак, у нас младшая возрастная группа отпела. И мы хотим от организаторов фестиваля вручить всем памятные дипломы. Итак, награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Мишунина Алиса. Не уходи, стой на сцене. Алиса, тебе от хозяйки Медной горы колечко. Открывай пальчик. Может быть, так. Пальчики маленькие, тоненькие. И ручка, что в школе писала волшебная. Кто пишет ручками с веселой горки диктанты все на 5? Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка». Косматова Татьяна. Так, а вручать дипломы на сцену мы пригласим нашего гостя из Челябинска, юриста, правозащитника, человека, который активно защищает окружающую среду, защитника Томинской земли Василия Московца. Василий Московец также является защитником всех наших веселогорцев. Он полгода с нами ходил по судам и доказал, что люди осуществляли добросовестно общественно-экологический контроль. Ну, в общем, они хорошие люди. Вы грамоты получаете. Мы будем говорить вручать. Итак, награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Суворова Полина. Идет. Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Редреева Дарья. Даша Редреева. Вот молодец. Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Журавлева Алена. Награждается лауреат нашего фестиваля Чаглова Арина. Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Бурзаев Денис. Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Политоченко Дарья. Или Политоченко. Красивая фамилия, Даша. Василий Викторович, все подходите. Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Сафонова Пелагея. Награждается лауреат нашего фестиваля Косматова Татьяна. Награждается Сахларян Моника. Я правильно Моника сказала? Сейчас правильно сказала? Исправляюсь. Награждается лауреат нашего фестиваля Корнишина Софья. Награждается лауреат 3-го экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» Валавин Михаил. Евгения Ушакова, вы уже у костра сделали все, что вам надо.
детей. Игнатцова Надежда Николаевна. Ну все, тогда будем переписывать, еще раз встретимся. Ну тогда Овчинникова Елена Николаевна, правильно? А мы приглашаем лауреата очередного на сцену, это Ушакову Кристину. Кристиночка, к Василию Викторовичу. Общий снимок на память. Красивые встали девочки. А мы продолжаем фестиваль.